Уезд Меркет округа Кашгар в Синьцзяне расположен на юго-западе пустыни Такламакан. Это единственный в Китае населенный пункт, расположенный в пустыне. С 70-х годов прошлого века местные жители во внерабочее время занимались рисованием, постепенно появлялись новые художники. Хотя они не профессионалы, но с легкостью могут изображать природные пейзажи Меркета, национальные традиции и обычную жизнь народа. С помощью различных красок они не только выражают свой внутренний мир, но и стимулируют развитие живописи как бизнеса. Проживающего в деревне Кунгусар уезда Меркет 76-летнего Рахмана Афиза называют даланским художником. Он занимается рисованием уже 55 лет. Написал более 1000 картин и взрастил около 380 учеников. Деревню Кунгусар называют родиной народных лубочных картин Китая. Большинство картин Рахмана Афиза написаны яркими красками и представляют обыденную жизнь сельских жителей. Все народные лубочные картины по своей композиции очень яркие и отражают местную культурную особенность. Сельские картины кажутся простыми и могут быть выражены так, как вы хотите. Но при создании вам нужно учитывать, что рисовать и как рисовать. Местные жители пользовались деревянными повозками, перетаскивали дрова, изготавливали ковры, ковали железо. Поэтому вся эта жизнь отображалась на сельских картинах. Но по мере изменений и развития в уезде Меркет менялось и содержание картин. Дадысы бір айлы кішіле, ма өрікіне қақлап, гүліқан ішіше. В среднем сельские картины продают за 800 тысяч юаней. Самую дорогую картину продавали за 18 тысяч юаней. Еркин Сеид рисует с 1973 года. Он нарисовал около 2000 таких картин. В их числе «Возвращение с базара», «Молодьба пшеницы», «Даланский машраб» и еще около 70 работ, которые являются наиболее известными на внутреннем и зарубежных рынках. Но самым большим своим достижением он считает то, что в течение 40 лет
обучает искусству местных жителей деревни Кункусар. За 20 лет с помощью сельских картин о деревне Кункусар знают во многих местах. В последние годы более 2800 картин из Кункусара несколько раз выставлялись на выставках в различных провинциях Китая. Около 1000 картин хранятся в коллекциях выставочных павильонов в стране и за рубежом. Раньше рисовали гуашью на бумаге. Теперь сельские художники в деревне Кункусар могут умело использовать акриловую краску для рисования на холсте. Но Рахман Афиз и Еркин Сиид считают, что сельские картины имеют свой деревенский дух, который невозможно изменить. Чтобы сохранить этот вид искусства, Рахман и Еркин каждый день в культурном центре обучают рисованию и также продолжают творить сами. Рахман Афиз, которому уже за 70 лет, все еще хочет оставить свой след на холсте. Поездники,